человек, кому потребовалась помощь медиков. Это двое детей. Мальчику годик всего, девочке 9 лет. Они госпитализированы в детскую больницу. И трое взрослых отравились угарным газом. Еще один мужчина во время взрыва выпал из окна. Сейчас он в реанимации. Сам момент взрыва попал на камеры наблюдения. Эксклюзивные кадры смотрите в нашем эфире. Тот хлопок он пригремел на восьмом этаже. Яркая тушка вы видите на кадрах. Заметно, что в одно мгновение в здании стекла вылетают, и балконы просто осыпаются. Взрыв такой сильный был, что автомобили мгновенно заверещали сигнализацией. На восьмом этаже дома несколько квартир, но можно сказать, уничтожены. Жильцы лестничной клетки оказались заблокированными в своих квартирах, их дома парализовало. И по словам сотрудников МЧС, ситуация осложняла тот факт, что в помещении еще и пожар, наверное, вспыхнул. И напомню, что пламя локализовано. По предварительной информации, причиной взрыва стала все-таки детонация баллона с газом. Во время установки натяжных потолков его использовали, а жильцов дома уже...